здесь есть два футбольных мяча, самокат и вот тетя Марина дала бабушке тележку. Только мы с ней не ходим. Здесь бабушка переставила из кухни цветы. И у меня еще хоккейная клюшка есть. И у брата тоже есть. Вот этот мне нравится больше, соседи дали, потому что он со странами. А что ты больше любишь играть, в футбол, в хоккей? Ну, хоккей он мне нравится больше, потому что там можно сбивать противника. Я даже на джойстике сбивал. Даже попадал в драки и побеждал. Бокс был. Мне очень хорошо здесь живется. Здесь я, это Эдик, когда ему было в моем возрасте, а это уже когда он был в армии. Это твой брат? Да, старший. Сколько ему уже 25. А вот это моя мама. Маму помнишь? Да. Помнишь? Скучаешь по ней? Да. А папу помнишь? Нет. Ты его вообще видел когда-нибудь? Ни разу. Никогда к тебе не приходил? Никогда мама была жива? Не общался с тобой, тебе ничего не дарил? Нет. А что ты вообще о нем знаешь? То, что он ссорился с мамой. Они ссорились очень громко и очень плохо. Папа обижал маму? Да. Не волнуйся, не волнуйся. Ну, ты хотел бы вообще с папой познакомиться? Нет, я не хочу. Не хочешь? Нет. А чего бы ты хотел? С кем бы ты хотел быть? С Эдиком, с Красной и с бабушкой. Угу. Это твоя семья? Да. Что у тебя еще есть? Что ты хочешь нам показать? Игрушки? Мягкие? Ну да, у меня есть их много, но я больше всего люблю котика. Котика какого? Да. Покажи мне вот этого маленького? Да. Он мне очень нравится. Вот именно он, да? Да. И еще мне нравится енот. Угу. Это был подарок для мамы. А кота я взял бабу Зину, это подруга моей бабушки. Ясно. А чем он тебе нравится? У него какой-то характер интересный, да? Ну, потому что он как живой для меня. А, он веселый, по-моему, да. Да, такой? Ну, бабушка у тебя какая? Расскажи о ней. Она хорошая. И она очень хорошо заботится. А у тебя есть какая-то мечта? Вот от чего бы ты хотел? Ну, мечта такая, которую ты можешь поделиться с нами. Есть. Какая? Я хочу узнать, почему мамы нет. Что ты о маме помнишь, какая она была? Веселая, она очень хорошо заботилась. Чего бы ты хотел? Я для бабушки, для себя? Встретиться с папой. С папой? Да, когда был взрослый. Стану. Когда будешь взрослым? Да. Что ты ему скажешь? Я хочу спросить у него, что случилось с моей мамой. Потому что он, наверное, там был в ее доме. Угу. Я так думаю. Кем ты хочешь быть, ты уже думал? Да, я хочу быть врачом. Да ты что? Ну, а если у нас начнутся митинги, то я стану полицейским. Да? Да. Потому что я буду против митингов. А почему? Потому что у полицейских, когда начинаются митинги, очень классная работа. А в чем она классная? Потому что они защищают город от людей. Которых... От кого защищают? От людей, которые бунтуют против них. Перед уходом не забудьте попить чая. Обязательно, спасибо. А ты с нами будешь? Да. А ты что любишь есть вообще? Люблю, очень я люблю есть пирожки и бабушки. С чем? С картошкой. Она тебе печет? Да. Ты бабушку любишь? Угу. Я хочу сказать то, что она добрая, очень веселая, и у нее есть очень хорошее чувство юмора. Да? Да. Шутит с тобой? Да. А ты с ней? Тоже, иногда.